Мы на месте. Мы приветствуем Елену, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверие тоже доверила. Хорошо. Конструкция мешает вывести ее? Да. Я даю команду. На счет 3 сканер помогает мне. Конструкция отключается полностью до последнего чипа проводка датчика. 1, 2, 3. И безболезненно выходит из всех 7 тонких тел Елены. И отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Елены под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Елены. Находит все. На нее ящер с конструкцией. Дракон синий. Инсектоид. Джин. И демон. И демон. Хорошо. Веселая какая компания. Хорошо. Считай цифру демона над головой. 10. Считай цифру джина над головой. 12.41. Хорошо. Синий дракон, цифры над головой. 32.46. Понятно. И цифру ящера над головой. 648. Хорошо. Сейчас начинается реверс энергии. В процессе реверса я буду вам задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать на мои вопросы или кто не будет говорить правду, на того начинается мгновенное воздействие на его чистоте. Все, кто пройдут проверку, за исключением ящера и, возможно, синего дракона, я отпускаю на их чистоту. Всем понятно? Да. Хорошо. Я даю команду на счет 3 Елене спроецировать все энергетические и сферические каналы. Возвращается к ним. Выстраивай канал от Елены прямой к конструкции. И на счет 3 реверсом возвращай все негативные и патогенные энергии, которые она получила от этой конструкции. Пошел поток. Демон, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. И что тебе так нравилось в этом биополе, что ты так долго сидел? Какая черта? Какая чистота? Лярвы нравились. Лярвы. Хорошо. Так, 3 года. Сколько джин находился в биополе? 4. С какой вещью попал к ней? Что-то канцелярское, он показывает тетради, типа тетради. Понятно, хорошо. Инзиктует, как долго ты находился в биополе? 12 лет. Хорошо. Синий дракон, сколько ты находился в биополе? 5. 5 лет. И ящер, сколько ты находился в биополе? 4 года. Синий дракон, ты работал вместе с ящером? Нет. Хорошо. Он работал над своим развитием. Понятно, иначе бы для тебя это было отягощающим фактором. Хорошо, что у нас возвращается к конструкции? Посмотри, пожалуйста, Вера. Энергии, конструкции, металл. Металл, хорошо, все понятно. А реверс закончился. Хорошо, обращаясь к присутствующим, кто был ответственен за боли в правом ухе? Я полагаю, это работа того, кто наверху находился, или это от конструкции? Конструкция. Шла? Понятно. От чего не имел палец правой руки? И потом левая рука не имела. Кто помогал? Конструкция? Доступа к пальцам не было. У него кровообращение не циркулировало. Понятно, это не циркулирующее кровообращение. Но я не думаю, что своей конструкцией мог бы это кровообращение как-то улучшить. Скорее всего, даже и ухудшил. Хорошо. Реверс закончился, Вера? Да. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Елена забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последнего микрона, возвращает Елена себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. От конструкции идет энергия. Да. Энергия ее родная. Ее родная энергия. Значит, там воровство было ее родной энергией, да? Космическая. Пока энергия возвращается. Хорошо. Ящер говорит, что нет смысла устанавливать такую конструкцию, чтобы делать обмен ее личных энергий. Ты знаешь, я скажу больше. Нет смысла вообще эту конструкцию устанавливать было. Иначе ты бы не находился здесь. Вот это единственный правильный ответ. У тебя нарушены причинно-следственные связи. Если бы ты здесь и находился, и не было бы конструкции, не было бы этого всего.
Но так как ты здесь находишься, вот это все и происходит. Твоя мотивация мне до такой степени как-то без разницы. Устанавливать есть смысл, не устанавливать. Я это все сегодня сожгу. Все, что устанавливал, я сожгу. А тебя отдам в межгалактическую полицию. Вот и все. Буду я, придут другие, так как отлично. Ваши защиты мелкие. Ой, ящер, наши защиты мелкие. Ее защиты, которые она устанавливает себе. Хочешь тебе за 3 секунды? Смешные. Угу. Сожгу твою защиту сейчас. Хочешь? Прямо на твоих глазах. Нет, я не готов бороться с вами. Так, значит, стой спокойно и отвечай на вопросы, когда я тебе их задаю. Итак, ждем окончания реверса. Закончился реверс. Хорошо. Демон, ты сказал, на биополе находятся лярвы, да? Да, находятся вкусные, сочные. Если ты хочешь их получить, ты должен дать мне дополнительную информацию. На какую частоту ты зашел, как произошло подключение, как ты на нее воздействовал. Я хочу получить полную картину. За какие веревочки ты дергал? На разочарование в людях. А, вот как, вот как. Приходилось и других дергать, чтобы на нее повлияли. Да ты что? А как ты это делал? Договаривался с другим демоном, других людях или как? Или воздействовал из нее на других? Воздействовал. Интересно. На 10 Гц такие способности. Хорошо. И какую черту ты сказал, значит? Выходить приходилось из нее. А, вот как. И как происходил этот процесс разочарования? Что эти люди, ты их провоцировал каким-то действием против нее? Негативной какой-то реакцией или тоже? Разным мелочам, грубым ответом, невнимательностью, все, что ее огорчало. И сколько ты таких моментов нашел, которые ее огорчают? Их действительно много в ее жизни присутствует? Моменты разочарования. Она что, со всеми друзьями поругалась? Или как это себе представить? Она не ругается, она разочаровывается. И внутри хранит это печальку. А я тут как тут. Печалька, ты тут как тут. Поэтому такие лярвы жирные, да? Или это от боли, от конструкции? Это то, что она накопила за свою жизнь печалькой. Понятно. Хорошо, демон, давай выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, и прямо на месте мне доложи, что ты все снял. Я тебе дам отдельную команду на лярвы. Приступай. Веревки на руках. За миг дергал. А на ногах что? Сапожки? А в ногах у него место. Качели? Сидит он там внизу, как педальки у него жмет, он их ждет, когда лярва упадет. Капает с нее с лярвы. Понятно. И надолго тебе хватит этой лярвы энергии? Не задумывался над этим. Ладно, хорошо, давай ему вытаскивай. Ему нужно здесь и сейчас. Он не стратег. Снял он все. Хорошо, разрешаю тебе забрать лярвы, объясни, где они находятся. Приступай. Снимай и рассказывай. Низ живота лярва. Человек должен был боли там ощущать по-любому. Ноги, спина, шея, позвоночник. У нее на руках лярвы. От его веревки? Нет, от металла. От ящера. Понятно, хорошо. Забирай все лярвы, ничего не забывай. Хотя демон не забывает, насколько я помню. Тем более лярвы. Он снял. Джин, тебе выходить не надо, собирай всю свою пыльцу. У тебя осталось что-то в биополе ее? Ничего, кроме пыли. Хорошо, собирай всю свою пыль. Синяя, Вера? Она какая-то, да, синяя, но у нее в руке монета желтая. Ничего себе, Джин, а что это за монета у нее в руке? На удачу, говорит. Он ее призывает, эту монету, и она как пыль желтая тоже выходит. Хорошо, на удачу. Давай с этого момента пока поподробнее. Итак, это монета. Если ты еще раз мне ответишь таким образом на удачу, я тебя на удачу заберу и челму твою, и все твои магические причиндалы. И все скину в галактическое ядро. Вторая попытка. Что это за монета? Как она действовала? Это энергия. Притяжение золота. Для меня. Как она действовала через нее? Она проводила какие-то действия, ничего с этого не получала? Ты забирал все у нее? Бессмысленные действия какие-то? Начинания? Она тебя вообще звала в свое биополе? Скажи ко мне, Джин. Я хотела золотить ее, но она только тратила. Понятно. Непослушная. Хорошо.
Собирай все свое. Он собрал. Хорошо. Инсектоид. Выходи, вытаскивай. У тебя инкубатор есть в биополе? Инсектоид? Инсектоид. А было два инкубатора. Остался один. До 12 лет можно и не такое сделать. Выходи, инсектоид. Снимай крепление, вытаскивай инкубатор, всю жидкость отсасывай, все свои энергии, ничего не забывай. Приступай. Он говорит, что она его выживает своими действиями. Объясни поподробнее, какими действиями именно она тебя выживает. В настоящий момент мы тебя выживаем. Сосуд, где он делал свой инкубатор, истощился. Интересно, и почему он истощился? Может, конструкция ящера забирала? Она изменила образ жизни. Ах, поменяла. И прослойка ушла. Понятно. Нужная для моего пребывания. Но, тем не менее, она тебе не помешала 12 лет находиться в ее биополе. Производство. Угу. Потомство снизилось в 2 раза. Он все снял. Хорошо. Скажи-ка, демон, еще у меня один есть вопрос к тебе. Она пишет, что она была у какой-то ясновидящей, и та ей сказала, что ей была сделана какая-то порча, и она чувствовала, что не может долго находиться в одном доме. Ей все время хотелось уходить из дома. Ты помнишь этот момент? Ты можешь мне рассказать об этом человеке, об этой ясновидящей? По-моему, ничего не знаю. Ничего не знаешь, понятно. Отлично. Значит, фантазии. Все, хорошо, инсектоид все забрал, синий дракон. Выходи, вытаскивай свои платы и рассказывай. Он говорит, что если разные вибрации в доме и у нее, да, а также у других людей и у нее, это не значит, что это порча. Чувствую, что не нравится вибрации, делай выводы. Тоже верно. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, рассказывай, как они действовали. Значит, третий глаз у него плата, и он поглощал все, что поглощала она. Хорошо, дракон, значит, что ты изучал? Вот эти науки, которые она практикует в последнее время, медитации, практики, вот это все, да? Все это. Тебе это нравится? Тебе это интересно для твоего развития? Да, мне нужно знать, что можно ожидать от людей, как далеко они могут зайти. О, я тебе скажу, что действительно этот вопрос... Ответ, наверное, есть. Очень далеко. Он все снял. Хорошо. Если что-то осталось еще в биополе Елены, на чистоте ящера оно подсвечивается. Сканер сканирует, показывает, выдавливает. Да, есть еще на пальце одето у нее. Ах, вот как. Сканер просканируй на пальце. В следующий раз, когда будешь отключать, сразу эту подключку находи. Просканируй, отсоедини ее и выведи из биополя Елены. Готово. Отлично. Отправляю это кольцо в клетку, где находится конструкция. Хорошо. Это не кольцо, это как сверху какие-то на пальцах одеты у нее. Вот ключики такие, которые одеваются на пальцы, и от них идут провода дальше в конструкции. Ага. Хорошо, понятно. И я даю команду тонкой копии Елены на счет 3 начать рассинхронизацию. Пошла рассинхронизация до 100%. Мама говорит, ой, сколько во мне чужих энергий и металла. Есть такое, да. Она говорит, я и не знала, что столько чужеродного ношу. Ну, теперь видите. Готово. Отлично. Хорошо. Переходим к следующему этапу. Я даю, включаю на счет 3. Елене внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на счет 3 Елена выдавливает из себя все негативные патогенные энергии, остаточные энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их конструкции. 1, 2, 3. Если что-то осталось, это выходит, формируется в шар. Шар очень маленький уже. Открывается под шаром портал галактической дрожь, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. И я даю команду сканеру, команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Сердечная чакра у нее очень теплая, как магнит. Там есть что-то? Нет, там нету ничего. Демон говорит, что именно оттуда она и вот эту печальку притягивает. В первую очередь у нее в сердце попадает. Бьет в сердце. Хорошо, оттуда уже скатывается в разные места. Угу. Проверка закончилась, Вера? Сейчас идет пока. Готово. Чисто? Да. Хорошо, демон. Ты помогал, кооперировал. Хочешь забрать эмоциональный фантом со всеми энергиями, мыслеформами,
низковибрационными? Хочет. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Елены 1, 2, 3 и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низковибрационные эмоции, сгенерированные, проецируются на ее эмоциональном фантоме. Но у нее печаль, разочарование и какое-то... Во-первых, это стыд за других и еще какое-то неверие. Неверие, ну, как в плохое, что люди могут быть злыми. Плохими, у нее как отторжение идет от этого, печаль. Вы не можете изменить мир. Надо себя попробовать изменить и реагировать спокойно на любые факторы раздражения, Елена. Итак, большой фантом, Вера. Ну, он шарф мотался, шарф большой. Хорошо. Елена, вы готовы расстаться с этими энергиями? Готова. Отправляю демону. Шарф серый, темно-серый. Хорошо, демон. Готов уходить? Или он ест еще? Нет, он нажрался. Хорошо. Нажрался. Готов уходить? Готов. Хорошо. Открываю внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Джин, перед тем, как я тебя отпущу, я тебе должен заметить, если что-то присутствует в ее квартире, или там, где она живет, я тебе рекомендую это тихонечко собрать и уйти, потому что если я вдруг с тобой второй раз встречусь, это уже будет недоброжелательная такая атмосфера. Ты понимаешь меня, да? Он понимает, он когда собирал энергии желтые и синие, да. У него как два бочка по краям стоит, в одну желтую энергию он собрал, другую синюю, и он посередине сидит с ними. Хорошо, я тебя услышал. Он меня услышал. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатаю, растворяя. Готов. Инсектоид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. И инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Синий дракон, я хочу получить слово синего дракона, что ты больше не войдешь в это биополе. Он говорит, что вы меня удивили сегодня, и я рад, что побывал на такой экскурсии? Экскумации? Мы трупы не вскрывали здесь. Сейчас подожди, у него в голове бежит словарь. Экзорцизме. Ах, экзорцизме, да, так и есть. И? Даю слово синего дракона. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Али. У меня ящер 648 с конструкции 4 года сидел. Посмотри, пожалуйста. Да, его заберут. Хорошо. Готово. Хорошо. У нас чисто в клетке или что там осталось? Конструкция. Под конструкцией этим кольцом открывается портал в галактическое ядро. Все это уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Хорошо, Елена, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она говорит, великолепно чувствую. У меня было много моментов в жизни хороших, но сегодняшняя чистка – это лучшее, что я могла сделать за свои души и тело. Я чувствую в себе энергии много новых, забытых. Отлично. У нас остались еще 10 вопросов к вашему куратору. Мы сейчас будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Елены. Это девушка. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем
куратор или учитель Елены, представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Немеда. Немеда. Вы куратор Немеда? Да, куратор. Приветствую здесь. Приветствуем вас. Всех присутствующих. Мы сегодня... Благодарю за приглашение находиться в вашей комнате. Добро пожаловать. Я долго ждала этот момент. Рада, когда душа очищается и вспоминает, кто она. О, да. Разделяю ваше мнение полностью, уважаемая Немеда. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку Елены, и она написала 10 вопросов, которые она хотела бы задать своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, я с удовольствием отвечу на эти вопросы для дальнейшего развития души. Благодарю вас. Единственная просьба, чтобы я вас не перебивал. Когда вы закончите свою мысль, скажите «я закончила». И тогда я знаю, я могу переходить к следующему вопросу. Я постараюсь соблюдать ваши правила. Это не правило, это просьба. Благодарю вас, уважаемая Немеда. Итак, первый вопрос. Очень интересно, где родилась моя душа, откуда она? Думаю, ты уже прекрасно поняла, откуда твоя душа. Это Арктур. Мы арктурианцы. Мы приветствуем представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Благодарю. Я перехожу ко второму вопросу. На каком уровне находится мое высшее я? На 11 уровне. 11. Благодарю вас. Третий вопрос. Чем душа занята перед воплощением на Земле? Где набиралась опыта? Такой вопрос. Перед воплощением на Землю душа занята приготовлением, изучением конструкции биоробота и его особенностей, включая чувства, эмоции и физические параметры, такие как ходьба, речь и другие. И другие пункты по обслуживанию биоробота. А также душа знакомится или уже знает своего куратора и готовит программы, которые должна пройти душа на Земле по изучению нового материала для души. Также Высшее Я определяет, какое количество души может и должно воплотиться на Земле, чтобы осуществить эту программу. Вторая часть вопроса, повтори, пожалуйста. Вторая часть вопроса, я, честно говоря, не понял, это даже не вопрос, вот он написан, где набиралась опыта душа, я так полагаю. Опыт полагаю. Проходил на разных объектах, включая планеты, созвездия, туманности, галактики. Вы я закончила. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Мы понимаем, вы куратор на эту жизнь, но ее интересует вопрос следующего плана. Мое предыдущее воплощение на Земле. Когда и где я жила, кем была? Секунда. Воплощение на планету Земля было 300 лет. 300 лет до этого воплощения. Какая страна? Может быть, чуть расскажете? Страна Греция. Чем занималась, кем была? Женщина, мужчина? Была женщиной. Женщиной понятнее воплощаться. Поэтому это воплощение в женских энергиях. Так получилось, что женщинам проще находиться в прикосновении со своей душой, интересоваться душой и развивать ее. Душу развивать можно в разных направлениях. Вы занимаетесь одним из направлений. Хотя очень интересным. Секунду, я все еще пытаюсь просмотреть ее прошлую жизнь 300 лет назад. Это столица Греции. На тот момент самый большой город. Афины. Именно. Понятно. Значит, она выросла на море. Афины посещала редко с отцом. Значит, она была связана с природой больше, да? Да, это остров, который она знала наизусть. Отлично. Это счастливая жизнь у нее была, можно так сказать. Отец отвез ее в столицу, когда ей исполнилось 10 лет. В семью богатых людей, где она прислуживала жене хозяина. Ей очень не хватало природы,
песка, моря, чистоты воздуха и уединения. В дальнейшем она выросла, вернулась к себе на остров и старалась проводить уединенную жизнь, наслаждаясь чистотой природы. Я закончила. Я благодарю вас, уважаемая Немеда. Я перехожу, с вашего позволения, к следующему вопросу, пятый. Сколько процентов негативной энергии я набрала? 19-21. Твоя негативная энергия постоянно играет в стороны плюса и минуса из-за того, что ты принимаешь чужой негатив, а именно чужие негативные действия, за которые тебе стыдно. Ты не должна принимать чужой негатив на себя. Не позволяй очернить свою душу чужими грехами. Я закончил. Благодарю вас. Я перехожу к следующим вопросам. Прошу дать совет по здоровью. Как мне победить полип, опухоль на теле? Не хочу хирургическим путем. Она нам не говорила за опухоль. Мы могли бы убрать. Что там за опухоль, Вера? Это будет зависеть от того, насколько запущенная опухоль. Твои энергии Арктура могут вытеснять опухоль, если ты научишься правильно реагировать и работать ими. Сжимай и разжимай внутри себя стержень, выталкивая опухоль и сбрасывая ее. Опухоль имеет негативные низкие вибрации. Энергия Арктура несет свою чистоту и высокие вибрации. Расширяй свой стержень за пределы твоего тела, чувствуй его силу, гибкость и напор. Вибрации твоего стержня уничтожат вибрации опухоли. Это самое простое, что можно сделать, работая со своими энергиями. Я закончила. Я благодарю вас. Уважаемая Немеда, просто такой вопрос. Мы сейчас находимся, у нас есть оборудование. Мы могли бы убрать это, она нам просто не говорила. Как вы считаете? Можем мы ей помочь, или это будет ее домашнее задание? Я не хочу ни в коем случае. Как я уже сказала, я не знаю, на каком этапе развития опухоли. Сейчас я попробую обратить. Я лишь отвечаю на вопрос. Понимаю. Я спрошу тогда Елену. Елена, вы нам за опухоль ничего не рассказывали. Она вас беспокоит? Вы хотите ее удалить или вы хотите самостоятельно своими родными энергиями победить эту болезнь? Как вам удобно? Елена будет рада помочь. Хорошо. Я прошу прощения, уважаемая Немеда. Вы позволите нам закончить сейчас с удалением этого полипа? И мы продолжим сразу. Я бы хотела закончить нашу встречу. Хорошо, давайте пойдем по встрече, а потом я это все дальше сделаю сам. Переходим к следующему вопросу. Седьмой вопрос. Правильно ли я иду по программе своей души? У тебя есть много вариантов, но то, что ты развиваешь душу вместе с телом и держишь в чистоте свою душу, не забываешь про нее, ищешь новые варианты изучения, это говорит о том, что ты стоишь на правильном пути. Продолжай развиваться. Я закончила. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Пересекалась ли я с моим сыном или первым мужем в прошлых воплощениях? Да, ты пересекалась со своим мужем. Это был твой отец 300 лет назад. Благодарю вас. Очень интересно. Можем продолжать? Конечно. Девятый вопрос. Как защищаться от чужеродных энергий и увеличить свою? Как я уже и рассказала, тебе нужно представлять свой стержень родных энергий. Я четко вижу, что ты видишь его и чувствуешь. Это плотный стержень, который наполнен твоим намерением, силой воли. Расширять его и сужать не составит у тебя проблем. Ты хорошая ученица и быстро учишься. Все, что тебе нужно, это представить стержень актурианских энергий, который светлый, белый, немного холодноватый цвет очень ярких энергий.
пропуская его по всему телу, в пальцы рук и ног. После этого ты можешь расширять его за свое тело. Если ты встречаешься с неприятными тебе людьми, делай его грубым. Расширяй сперва, потом делай его грубым и упругим. Он будет отталкивать весь негатив от тебя. Не пропускай негатив в свою душу. Я закончила. Благодарю вас, уважаемая Немеда. 10-й, последний вопрос. Как связаться с моим куратором? Телепатически. Мое имя ты знаешь, и я тебя всегда слышу. Осталось только, чтобы ты могла настроиться на канал Арктура. Пальцы очень важны, пальцы рук. Успокоившись, ты можешь представить, как из твоих пальцев рук вытекает энергия Арктура, соединяясь с моими энергиями. А дальше пойдет контакт. Задавай легкие, простые вопросы. Первый же ответ будет мой. Я знаю, что ты медитируешь. Именно в таком состоянии попробуй связаться со мной. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Немеда. У нас остались заключительные слова от Елены. Она хотела вам сделать подарок и подарить мыслеформу. И вот сейчас я читаю этот текст и сразу понимаю, о чем идет речь. Итак, Верочка, мыслеформа следующего плана. Море. Прекрасный солнечный день. Вода прозрачная, и в ней много маленьких рыбок. И они выпрыгивают из воды, переливаясь на солнышке, а на берег волны выбросили много красивых ракушек. Сформируем эту мыслеформу. Елена хотела это вам передать. Благодарю. Я насладилась лучами этого солнечного дня и игрой света, воды, ракушек и рыб. Благодарю за эту мыслеформу. Уважаемая Немеда, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Ее же на Арктуре тоже знают. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем уважаемую Немеду, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь, за то, что она пришла, ответила на эти вопросы и помогла своей подопечной. И на добрые воспоминания. Очень много подарков в этой комнате. Мне очень приятно. Я насыщаюсь этими цветами и музыкой вкусов. Замечательно. Благодарю еще раз за этот подарок. И мы благодарим. Эту встречу. И я от себя добавлю лишь то, что я вижу в тонких телах. Человеческая энергия, которая была запущена в тонкие тела, сделает свое дело и перейдет на биоробот. Ее лишь нужно визуализировать. Это подсказка для Елены. Хорошо. Мы сегодня запустили ей эту энергию, и вы заметили, как она работает. Хорошо. Благодарю за это замечание. Уважаемая Немеда, благодарю вас за эту встречу. Передавайте привет Арктуру. Мы рады всем арктурианцам, до кого достучатся кураторы, и всегда готовы их принять в нашей комнате, помочь открыть им двери, убрать их с пути, все, что им мешает. Мы всегда рады, если арктурианцы к нам приходят. Прошу это передать. Очень приятно это слышать. Я благодарю вас за очень позитивную и чистую атмосферу в этой комнате. Мне было приятно находиться. Благодарим вас. Нам очень приятно это слышать. Хорошо, уважаемая Немеда. Желаем вам высоких вибраций, чистых энергий. До скорых встреч. Я не прощаюсь. Говорю до скорых встреч. Это наша традиция, да. Мы говорим не прощаемся. Если Елена захочет увидеться со своим высшим я, мы обязательно в этом случае приглашаем куратора, и, возможно, мы еще с вами увидимся. Я благодарю всех и точно знаю, что с Вселенной мы сейчас на связи. Так и есть. Да будет так. Всего доброго вам. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Елена, как вам встреча с куратором вашим? Великолепно. Как я уже сказала, я переполнена разными энергиями.
И мне нужно прочувствовать их и распределить с биороботом. Мы обязательно вас вернем в ваш биоробот, но давайте все-таки вернемся к этому полипу опухоли. Мы начали об этом говорить. Вы хотите это удалить? Вы нам просто не писали ничего. Я бы хотела, чтобы он сам прошел. Хорошо, мы не будем туда вмешиваться. Это ваше желание, ваше решение. Я думаю, у вас получится. Будем тогда возвращать вас назад в ваш биоробот. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.